крізь біль та сльози із силою та витримкою, вшановуючи наших героїв. Українці вже 40 днів героїчно протистоять рашистській навалі. Наше місто стало великим волонтерським хабом. Сотні добродіїв щодня в тилу наближають перемогу України. Ми запитали у тих, хто непохитно тримає тил, що допомагає людям вірити та не покладати рук. Поддержка друг друга, все мы там пытаемся как-то отвлечься от происходящего в стране. Вот. И несмотря на сирены, все равно каждое утро просыпаемся и едем помогать кормить переселенцев, беженцев. Семья, вероятнее всего, сын. Да, они сейчас на Западной Украине. Как бы я здесь, они там. Вот мысли о них помогают держаться. Бабушка, отец. Если б не они, да и сам, в принципе, себя подбадриваю всегда. Каждый на своем месте это самое, как бы борется за Украину и сражается это самое за Украину. Как вы считаете, когда уже будет та мрія на перемогу? Да хотелось побыстрее это самое, чтобы это закончилось, и эти, как говорят, называют орки, это самое, чтобы уже ушли с нашей земли, и чтобы за нами была перемога, это самое. А она и будет. Перемога, та саме за нами. Я оптиміст завжди і по життю спокійна людина, тому відношусь, як сказати, що є, то є, як є, так і є. Тому працюємо і все, не відволікаємось на зайві емоції. Віра в перемогу, тому що ми побачили, що таке русський мір в Харкові. Тому тут от приїхали, тут тривоги, але це так, по сравнению з тим, що творилось там и творится сейчас. Поэтому верим в победу, и она будет, все будет Украина, как говорят.